Учебное заведение Кубани находится под надежной защитой. Школы и колледжи оборудованы по последнему слову техники. Камеры видеонаблюдения, турникеты и металлические рамки. Все, чтобы обезопасить школьников и подростков. Сегодня мы решили проверить, сможет ли совершенно посторонний человек попасть на порог одного из техникумов Краснодара. Без пропуска студенческого, в руках только паспорт. Вооружившись скрытой камерой, подходим к Краснодарскому политехническому техникуму. По периметру здания забор, десятки камер видеонаблюдения. В объектив попадают все, кто заходит на территорию. На пропускном пункте нас встречает охрана. Легенда проста. Студенческий забыла дома. Из документов только паспорт. Дальше КПП не пропускают. Здрасте. А если у меня студенческого нет? Аккуратно. А паспорт? Паспорт нет, не принимают. Позже, раскрыв все карты, точнее камеры, съемочная группа попадает в техникум. Охранник рассказывает нам, как на входе проверяет студентов. Осматривают даже содержимое сумок. В открытом виде. Качественная система охраны – лишь одна из составляющих безопасности. Жестокий урок керченской трагедии показывает, что к проблеме защиты детей нужно подходить комплексно, начиная с ранних лет. Как понять, что у ребенка проблема в семье или он попал под влияние экстремистов? И что самое главное, как ему помочь? Об этом говорили сегодня на заседании Краевой антитеррористической комиссии. Совещание началось с минуты молчания. В зале около 500 человек, руководители управления ФСБ, прокуратуры и полиции, педагогический состав учебных заведений края, главы районов и профильных ведомств. Остаться равнодушным в вопросе воспитания детей нельзя. Учителя должны быть не только наставниками, но и друзьями, напоминает губернатор Вениамин Кондратьев. Если мы не берем в свое общество, они создают себе свои общества. И неважно, это будет на улицах или в интернете, там, где их понимают, там, где их чувствуют, где с ними разговаривают. Вместо того, чтобы как-то попытаться скорректировать, стать ему другом, почувствовать, в чем проблема его внутренняя, мы оставляем его самим с собой. Коллеги, вы в первую очередь педагоги. Вот с 7 лет до 15, когда формирование идет очень сильное, рядом, глаза в глаза с нашей молодежью. Сигнал, как бы мы ни говорили, конечно, от вас. Передайте о том, что есть такая семья, есть такой подросток, есть подобная проблема. Классное руководство – это сегодня основа. Только педагог будет знать, кто у него в классе, кто у него в группе, какие способности, что нужно развивать, над чем нужно насторожиться, кому позвонить и правильно рассказать о судьбе того или иного подростка. Обратиться в правоохранительные органы или достаточно побеседовать с родителями. Случаи показывают, что на сегодняшний день действительно где-то школа ограждает себя от общения не только с детьми, но и с родителями. Кубанские подростки должны иметь возможность быть услышанными и понятыми. Глава региона предложил вернуться к практике горячих линий, чтобы ребята могли рассказать о том, с чем не готовы поделиться даже с родителями и друзьями. По ту сторону трубки с молодым человеком будет разговаривать психолог. Возможно, один такой звонок спасет его от непоправимых ошибок. Может быть, вернуться к практике наших горячих линий. Они же в интернете сейчас ищут собеседника. А мальчишка, девчонка, который сам с собой пытается разговаривать, или на самом деле в нем зарождается это недовольство, протест, мог позвонить. Позвонить и по этому телефону пообщаться не с тем, кто хочет им воспользоваться. Этим мальчишкой, девчонкой, а все-таки профессиональный психолог. А здесь штат психологов надо создать и посмотрим, как эксперимент, даст ли он свои плоды. А мы эти сигналы уже, понятно, будем пытаться работать. И, естественно, информацию, если психолог квалифицирует, что случай может быть очень тревожный, передавать уже в МВД. Один из серьезнейших вопросов – неконтролируемая информация в интернете. В сети для детей нет запретного. И где та самая грань между развлечением и опасностью? Вениамин Кондратьев уверен, одними запретами делу не поможешь. Молодежь нужно заинтересовать и показать, что есть не только виртуальный мир. Должна быть заместительная терапия. Вот того, что сегодня происходит реально, в том числе интернет-среде по отношению к молодежи. Но мы должны замещаться чем-то. А тут не надо замещаться. Нужно просто вернуться к тому, что было изначально в нашей юности. Что-то было плохое, нет?
Давайте идеологию вернем в школу. Да, корректную, ненавязчивую, о традициях, принципах жизни нашего народа. Жесткие меры, они имеют скоротечный эффект. Поэтому нужно не жестко запретить, а вытеснить. Вытеснить, но не просто, а создав альтернативу того, во что они опять поверят. И тогда они уже к нам, опять в наше общество, вернутся, даже если где-то блуждают. Мы должны на всех этапах, если вдруг, все-таки, не дай бог, у кого-то есть план совершить подобное, поставить заслон. В основе педагогики три составляющие, говорит в своем докладе министр образования и науки края Елена Воробьева. Воспитание, разъяснительные работы и полезная занятость. Кубань – единственный регион, где еженедельно проводят уроки мужества. В школах также вели информационные пятиминутки. На них ученикам рассказывают о последних новостях края и страны. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Детям важно знать об истории родной Кубани. Меня глубоко потрясло из общения с одним из моих коллег, учителей, такая тема, что очень много говорим, убеждаем, рассказываем. Но когда наши дети съездили на Малую Землю, они возвращались оттуда и практически 2 часа потрясенные молчали, потому что они наконец увидели и прикоснулись к тому, о чем мы так долго им рассказывали. Глава региона поручил своим заместителям создать межведомственную рабочую группу, задача которой – бороться с распространением идеологии экстремизма среди молодежи. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Денис Перец. Кубань-24, Краснодар.